Доброго времени суток, уважаемые друзья, зовут меня Перпетум или же Александр. А сегодня мы с вами будем играть в игру Potty Racers 4 и, в общем-то, я думал сначала пройти третью часть до конца, но потом понял, что все уровни примерно одинаковы и ничего интересного там не осталось, поэтому мы сразу перейдем к четвертой части, надеюсь, она будет намного круче. Хотя, блин, я уже попробовал поиграть, и она действительно намного круче, ребята в этот раз постарались... больше. И даже появился какой-то сюжет, в общем-то, чувак жил, и он забыл про свои приключения, он забыл про то, как он летал, и, в общем-то, стал использовать свой туалет как какой-то рассадник, но случилось чудо, и что-то свалилось, и, в общем-то, он получил какое-то новое приспособление, которое поможет ему летать намного лучше, я так полагаю. И теперь нужно собрать звезды по всему миру. Ну окей, конечно же мы с этим справимся. Если раньше нам приходилось спасаться с необитаемого острова, то сегодня у нас будет вполне себе логичная миссия. И конечно же здесь есть целая куча апгрейдов, правда пока ни на что мне денег не хватает. Окей, давайте просто немного полетаем и посмотрим, сколько я смогу заработать. А вот, кстати, и эта штуковина, которую мы получили. Но она по сути ничего не делает, это просто... как не знаю, такой интерфейс, ну ладно, хорошо, поехали, давай, мне не терпится уже полететь. И графика стала намного круче, действительно, это сразу же чувствуется. Офигенно, правда, да, далеко пока улететь у меня не получилось. Сколько, интересно, я денег смог заработать? 12 баксов, а сколько стоят апгрейды? Колеса стоят 30, крылья стоят 25. Ну, в целом, смотрите-ка, апгрейды довольно дешевые. И думаю, если я сейчас сделаю еще один хороший заход, я смогу что-нибудь прикупить. Давайте попробуем. В этот раз я все сделаю намного четче. И офигеть, мне сразу дается двигатель. Правда, бензина очень-очень-очень мало. И давай. Ну, эй, я нажал пробел и сразу начался новый уровень. Ладно, фиг с ним, зато заработаю дополнительную копеечку. Полетели. Вжух, лети. Да, даже хуже результат, чем в прошлый раз. Но ничего страшного, больше пробел так часто нажимать я не буду. 48 баксов. И, конечно же, я, наверное, в первую очередь прикуплю себе новые... Это не крылья, а что это вообще такое? А крылья сколько стоят? Крылья стоят 50. Да, пожалуй, я лучше сделаю еще один заход и куплю себе сразу же крылья. Думаю, это будет правильно. Полетели! Вжух! Давай! Блин, опять далеко не удалось улететь. Но ладно, зато я заработал большую звезду. Давай. Зато есть деньги на крылья. И помимо крыльев я смогу купить себе еще и вот эту штуковину. Правда, я не знаю, что она дает, но... окей, посмотрим. Офигенно, у меня крылья еще и механические. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я понимаю, не зря я прикупил крылья, и сколько у меня уже денег? 41, блин. Но зато хватает на колеса, с помощью колес, наверное, я смогу потом дольше по земле ехать, и, следовательно, пройду тоже дальше. Давайте проверим. Лети, и... нет, очень-очень мало топлива, но все равно получается благодаря колесам дойти дальше. Давай, Стикман, посмотрим, что ты сможешь сделать еще. Может быть, да, пожалуй, я прикуплю двигатель. Хотя, так хочется купить сразу что-то крутое, не хочется тратить деньги на эти глупости. Но, блин, другого выбора у меня и нету. Если я не куплю себе вот эти глупости, то и крутое я потом купить не смогу. Или лучше бензобак взять. Нет, двигатель, мне кажется, будет круче, динамо. Хорошо. Правда, когда я приземляюсь, все это выглядит не так эпично, как раньше. Если раньше меня могла съесть какая-нибудь акула или выкинуть какой-нибудь тюлень, то сейчас я просто падаю и... Ладно. Несмотря на то, что купил двигатель, дальше улететь не удалось. Ну, давайте бензобак. И моя машинка потихоньку приобретает более или менее нормальный вид. Если раньше я мог сделать настоящий истребитель, то сейчас так уже не получится. Сейчас действительно будет просто прокачанный туалет. И это на самом деле очень-очень круто. Более реалистично, что ли. Скорость. Лети. Офигенно. Блин, но все равно до второй цели долететь не удалось, к сожалению. Очень быстро я приземляюсь и, блин, ладно. Так, 72 бакса и... офигеть, я могу еще и всякие наклейки покупать для своего туалета. И они, судя по всему, будут увеличивать скорость. Ну, по крайней мере, здесь так написано. Но тратить деньги я не буду. Лучше я куплю себе бензобак. А, блин, он уже есть.
Ну да, больше ничего купить я не могу, остается только копить деньги. В следующий раз я куплю себе крылья бабочки. Это крылья бабочки? Это странно, но ладно, хорошо. Если ты, Стикман, считаешь, что крылья бабочки тебе помогут, не вопрос, я прислушаюсь к тебе, лети, давай. Давай. Отлично, дошли до Белого дома. Да, мне просто-напросто повезло. Я ничего сверхъестественного не делал, просто везение. И еще один заход. Я же коплю на крылья, а крылья стоят 150. Полетели. Давай. Нет, все слишком криво я сделал, и до Белого дома не получится дойти. Плохо управлялся я туалетом. Ну да, туалетом управлять не так уж и просто. Но зато заработал неплохую копеечку. А это значит, что я покупаю новые крылья и, возможно, даже получится... Нет, не получится. Эта штуковина стоит даже дороже, чем крылья. Может, колеса? Ни на что не хватает, блин. Я же забыл, у нас же есть еще и трюки. В следующий раз, да, я потрачу деньги, пожалуй, именно на покупку трюков. Ну и крылья бабочки. Посмотрим, на что они способны. Используй двигатель. Ну, я хотел улететь дальше. Что я сделал не так? Это печально. Ладно, давайте попробуем прикупить трюки. Может быть, с помощью трюков мне будут давать больше денег. Кто его знает. Поехали, посмотрим, как они будут работать. Лети. И трюк. Эй. А как выполнять трюки? Стоп. Ну, ребята, все верно, написано, нужно нажать на единицу. Я на единицу нажимаю, и почему-то ничего не произошло. Странно. Ладно, не буду обращать на это пока внимания, хорошо. Значит, я 100% делаю что-то не так. Эх, ну, все верно. Нажимайте 1, 2, 3 для коллекционирования какашек. А, я понял. Походу, для того, чтобы использовать трюк, нужно собрать какашку. Но все происходит так быстро, что я просто-напросто не успеваю среагировать. Блин, давайте попробуем еще раз. Должно получиться. Давай, Стикман, не подведи. И трюк. Уху! Отлично. И целую кучу монет смог собрать, но зато не улетел далеко. Сколько денег у меня? Покажите. 248. Это значит, что я прикуплю себе новую вот эту штуковину. Пластик кейс. Хорошо. Может, еще и на колеса хватит? Нет. Больше ни на что не хватает. Окей, двигаемся, полетели. Давай. Ну, наконец-таки мне удалось улететь дальше. Слава богу. Фух, ну и это значит, что я заработал кучу денег и уже прошел половину игры или половину только этого раунда. Не знаю. Так, двигатель, хочу прикупить двигатель, он мне пригодится. Ого, он здоровый. Хорошо. Ну, в этот раз, кстати, двигатель, по-моему, работает не на фекалиях, а на чем-то другом. Не знаю на чем, и, блин, да, не особо лучше. Потому что раньше было четко видно, что у меня из выхлопной трубы вылетает именно то, о чем я говорю, а в этот раз нет. Ну, ладно. Бензобак тоже пригодится. Поехали. Кстати, он почему-то не так отображается уже в игре, нежели как отображался в меню. Лети, ну, еще и трюк. Хорошо. С помощью трюка можно притягивать все объекты вокруг себя. Вот для чего они нужны здесь. Это отлично. 154 бакса. Мало. Ну, давайте попробуем купить вот раскраску. Не знаю, даст ли она мне скорости, но, по крайней мере, мой летающий аппарат будет выглядеть намного круче. Полетели. Какашечка, мне нужна какашечка. Ну, где какашечка? Эх, какашечки нет. Но зато я вроде бы улетел немного дальше. Да, практически долетел до Вашингтоновского монумента, монумента Вашингтона. Хорошо, в следующий раз, надеюсь, долечу до туда. Деньги, 200 баксов. Блин, приходится уже копить. Хотя, блин, колеса, да, потом я уже буду копить и, пожалуй, прикуплю себе... Ну, новые крылья сколько стоят? 800? 900? 600? Ой-ой-ой-ой, все такое дорогое стало... Блин, офигеть. Но зато будет круто выглядеть мой туалет. Но это столько денег надо заработать. Давай, трюк. Хорошо. Еще раз можно было бы использовать трюк, но я почему-то заморозил. У меня просто-напросто путаются руки. Нужно использовать и стрелки, и пробелы, и единицу. Это не так просто. Так, я все прикупил, да? Да. Сейчас нужно копить. Я уже совсем про это и забыл. Можно даже не возвращаться, в принципе, в меню, а просто-напросто заниматься заработком денег.
О, ну все слишком печально, слишком печально. Кривость моих рук не знает границ. Я думал, долечу до монумента, но нет. Полетел, полетел, полетел. И еще лети. Ну. Слишком поздно какашечка у меня появилась. Слишком поздно. Эх. Ладно, я огорчен, но... Нет смысла огорчаться. Если я сейчас прикуплю себе новые крылья, то 100% смогу долететь. Блин, до какашки немного не хватило, но ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Каждый раз получается лететь по-разному. Еще один заход, и думаю, денег должно хватить. Полетели. Оп-оп-оп-оп-оп. Трюк-трюк-трюк. И лети-лети-лети-лети-лети. Не останавливайся. Да, трюк это хорошо, но все равно, блин. Сколько денег? По-любому должно хватать. Ну просто по-любому, да, хватает. Отлично, посмотрим, помогут ли мне крылья. Стикман, надеюсь, твой технический гений не подведет меня сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же это шикарно, еще одна какашечка. У-ху-ху, еще одна. Зашибенно, блин, жаль, приземлился не очень хорошо и практически долетел до Капитолия. Офигенно, очень офигенно, мега офигенно. А денег почему-то заработал мало. Странно. Думал, заработал баксов 500 сразу, но нет. Полетели. Если сейчас все будет проходить так же, то я буду доволен. Лети. Блин, больше какашек нету. Ну, хотя бы монумент я перелечу, блин. Слишком поздно опять. Хотя, наверное, я мог бы успеть среагировать, но я этого не сделал. 400 баксов. Еще заход. Да, действительно, крылья помогают. Я думал, он расслабился и перестал изобретать что-то действительно годное. Но нет, 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 Стикман все так же хорош, как и раньше. Давай, 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 Капитолий, немного, немного. А, да! Да, 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 долетел, зашибенно. Даже в запасе осталась еще одна какашка, но какой в этом смысл, если я не могу лететь дальше? Блин, копейки, реально копейки. Сколько стоит следующая вот эта штуковина? 900? Ладно, не знаю, почему я стал зарабатывать так мало денег. Вроде бы делаю все достаточно четко, но денег все равно больше не становится. Еще одна. Ну, лети, лети, лети. Блин, слишком мало топлива. 900, хорошо, денег хватает. Еще один нормальный апгрейд и снова в путь. Кстати, ребят, если вы хотите, чтобы я эту игру прошел до конца, ну вы уж поставьте, пожалуйста, лайк и напишите об этом. И, конечно же, мы это сделаем. Почему бы и нет? Капитолий, давай, до Капитолия осталось чуть-чуть. Блин, 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 хотел использовать трюк. А я вроде бы перелетел Капитолий. Да, смотрите-ка, я перелетел Капитолий и долетел практически до Empire State Building. Круто, 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 круто. Возможно, сегодня даже удастся пройти этот уровень до конца. Но денег 200 всего, я не понимаю. Я использую трюки... Я становлюсь магнитом, но все равно почему-то эти деньги как-то неправильно засчитываются. Не знаю почему. Давай, перелетаем Капитолий. Лети, 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 лети. И до Статуи Свободы, ну давай. О, да-да-да. Зашибенно. И этот уровень можно считать пройденным, я полагаю. Я ведь дошел до финиша, да? Засчиталось? Нет, я не взял звезду. У монумента Вашингтона. А как ее взять? Блин, это придется спускаться вниз, брать звезду. Или как вообще? Ну не знаю, давайте попробуем просто подлететь к этому монументу Вашингтона. Не буду особо разгоняться. Так, это Белый дом. Блин, совсем забыл использовать бонус. Да, везде звезды собраны, осталось собрать звезду там. Но ничего сложного в этом не будет, потому что у меня уже довольно быстрый самолет и... Давай, лети! Так, одно пролетаем. И вот монумент Вашингтона. Хорошо, взял звезду. Ну, я говорил, что это будет просто. Надеюсь, засчитается все. Да, я собрал все звезды. Да, 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 ну и... Все. Теперь нужно пересечь просто-напросто финишную линию. Хорошо, мы это сделаем. Просто я прикуплю себе новый двигатель, и мы запросто сможем до туда долететь. Поехали. Главное сейчас найти какашечку. Нашел, и значит, у меня будет много топлива. Лети, лети, еще одну. Все, все предельно элементарно и предельно просто. Давай, 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 давай. Офигенно. Очень-очень-очень жесткий у меня уже летающий аппарат. Летательный. Ну и... На следующий уровень переходим, я полагаю, да? Ну, я выполнил все миссии.
Теперь следующий уровень — это Калифорния. Давайте посмотрим, как он выглядит вообще. Больше похоже на какую-то Мексику. Ну, посмотрим, докуда я смогу долететь. Ну, пролететь-то я точно далеко смогу. Собрать все звезды сразу не получится. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень-очень неприятная штуковина, но ничего страшного. Офигеть, этот уровень тоже получится пролететь очень-очень быстро при желании. Ах, нет, не успел нажать трюк. Ну ладно, ничего страшного, у меня есть куча денег и... Да, смотрите-ка, долетел практически уже до самого конца, элементарно. Ну и на этом, ребята, думаю, можно закончить. Если вам понравилось, продолжим мы в следующий раз. Ну а на этом пока все, с вами был Перпетум или же Александр. Если вам понравилось, ставьте лайки. А если не понравилось, не ставьте, это ваше право. До новых встреч, друзья, всем удачи и всем пока.